В заключительных сериях сериала все могло быть иначе. Юля отбывает наказание в колонии, а Ника наслаждается счастьем с Владом. Ника признается, что была за рулем встречной машины, но не решается сказать, что ждет ребенка. Скрываясь от полиции, Леша едет в Москву к Яне. Сергей застает их вместе. Ника идет в полицию и признается, что была виновницей ДТП. Влад, понимая, что любит Нику, хочет взять вину на себя. Ясинский арестовывает Яну и Лешу. Посмотреть заключительные серии вы сможете 30 мая.